От имени Ренессанс Франсез я имею огромную честь вручить вам золотую медаль Ренессанс Франсез. Я вам ее пристегну. И низкий вам поклон. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо, что вы здесь. Дорогие. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. Лариса. Очень приятно, что французские друзья помнят наших героев, которые помогли стать французским летчикам, патриотам, стать на крыло на Восточном фронте. Вот именно Иван Иванович, в этом его заслуга. Он один из тех летчиков, который помогал становиться на крыло. Молодые люди внедряют нашу дружбу. Я надеюсь, что во Франции и в России будет крепнуть дружба. И мы не хотим никакой войны. Он начал Великую Отечественную войну через месяц после начала войны, когда полк был перебазирован с Дальнего Востока сюда, на Запад. И с июля месяца, с 24 июля, Иван Иванович уже начал воевать на Западном фронте. Его заслуги огромные. Он сбил лично 4 фашистских самолета. И 4 лично, и 4 в группе. Есть у нас у летчиков, я как летчик, у нас есть, когда ты лично сбиваешь, а когда в группе. И 4 в группе. Итого за ним 8 самолетов противника. Это, извините, огромный в личный вклад в Великую Победу, которую мы будем чествовать через несколько месяцев 70-летия Великой Победы. В апреле 43-го, вот, когда мы договаривались, Жан Тюлян сказал, я задал вопрос, русский язык ты не знаешь, я знаю, говорит, фриц слева, фриц выше, фриц ниже, вот, ориентиры. Вот так мы познакомились. Вам, что вы есть. И дай Бог вам здоровья. Что так, не забывайте.